Всем доброе калифорнийское утро. Приехал я на разгрузочку в этот город, называется Аромас. Приехал даже чуть раньше, чем думал. Вот. Ну, ничего, сейчас сидим, подождем. Здесь вот такая вот фирма. Продают трейлеры. Тут еще какая-то ферма. Вон, какие-то животные там присутствуют. Хрюшки или бараны, что-то не знаю. Сейчас посмотрю, пойду. Вот, в общем, буду сидеть, ждать. А мы с мужиком сегодня на воскресенье, несмотря на то, что как бы воскресенье вроде все выходной, но нет, они как бы ждут. Вот я уже еще вчера мы созвонились, вернее, даже позавчера созвонился с дядькой. Вот, так что мы сейчас это будем подождем, а он подъедет и разгрузимся. Вот, о, тут что интересно. Вот, если видно, вот эти вот деревья поверх, которые идут, они, ну, за вот этой сопочкой. Здесь вот это вот все, это эвкалипты. А вот, и прям вот едешь, и такой эвкалиптовый дух. Что ого-го. Ну, вот, аж, вот, ага. Пока современные технологии не передают этот аромат, но там прям едешь, прям эвкалиптом пахнет. Наверное, где-нибудь в Австралии так пахнет. Не знаю, каким образом они сюда попали. Но вот прям вот в одном этом месте прям такая эвкалиптовая роща. Лес прям целый. Вот. Так что как-то так. В общем, оставайтесь на связи. Будем это. Я, может, сейчас даже еще покемарю часок. Потому что я встал в час ночи. Где-то выехал в 1:30. Как-то так быстренько добрался, в общем-то. Вот, сейчас потом пойдем посмотрим, что там за животные такие. Вот. В общем, всем давайте. До связи. Тут охрюшки. Хрюшки? Ой, хрюшки. Ой, 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 ой. Здрасте, доброе утро. А там барашки вон. Вон там барашки сидят. А здесь хрюшки. Хрю, 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 хрю. Иди сюда. О! Потягушки делают. Хрю, 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 хрю. А эти спят еще. Хрю, хрю, хрю. Побаивается немножко. Ну, идите сюда. Ну, чего, хрюки? Пятаки ваши. Чего пятаки? Чего пятаки такие? Чего пятаки такие розовые? Пойдем этих барашков посмотрим. Где он там барашки? Бе-бе-бе. Барашки вот. Здрасте, здрасте. О, нифига, они с номерами все такие. А, они что-то поэта. Побоязливей. 236, 227. У них такие наклейки какие-то. С этими, с кодами, наверное. Что-то там, когда их кормят. И так далее, и тому подобное. Нормально. Вот так вот мой груз выглядит. Луна. Трак. Территория большая. Холмы. Ну, вообще, пипец, эвкалиптами пахнет. Просто жесть. Ох. Вообще классно. Пока не буду расцепляться. Заехать, подъехать, задницей вот туда запарковаться. Посмотрим сейчас. Будут разгружать меня. Солнце встает. Время еще только 7, 6, 6, 6, 7-то.
Ой, как пахнет эвкалиптами здесь. Это такие вот эти старые тракторы. Старый. Не знаю, какой был. Форд. А, нет. Какой-то там что-то наклейка какая-то. Это Фергюсон. Трактор старый. Тут вот еще. Трактор, вот это уже Форд. Вон Форд. Такой погрузчик, трактор. Форд 420. Ой, дорогая, какого же он года, интересно. Естественно, все не работает. Тут вот. International, вот тоже трактор. Какой вот. Бензо. Тут вот такие вот дела. Там вот кто-то ездит. Люди. Это трейлер для перевоза лошадей и коров. Еще какая-то машинка старенькая. А я так понимаю, вот эта контора еще они продают, это то, что написано Livestock Sale. Вот, то есть продают поросят, свиней. Там вон коровы большие видно, барашки. Вот так вот. А, пикапчик такой старенький. Тоже, вот сейчас покажу. Квадроцикл стоит. Вот пикап. Вот это современное, у него уже такая вот это. А этот вот старый. Такая. Не знаю, какого он, интересно, года. О, он открытый. Год не написан тут. Крайслер. 93-й. Ну так. 93-го года Крайслер. Такой вот. А я сейчас с мужиком все опять списался. Он говорит, я через часик. Минут 30, говорит, приеду. Я говорю, я что-то рассчитывал попозже приехать, а тут получилось раньше. Так что как-то так. Вот. Спросил он. Этот белый пикап проезжал, спросил мужика, где здесь туалет нужно. Он говорит, да вот сюда сзади дом, если хочешь, говорит, еще кофе себе налей. Тут какая-то такая кафешка, что-то туда-сюда. Вот. Так что. Такие вот дела. Как так все? Никого нету. Все открыто. О, интересно, тут это вот коров, быков продают. Не знаю, цены не написаны, тут какие-то их не тут данные. Райдинг. Это все, короче, такое. Ковбойская, животноводческая. Интересно. Вот. Афиши всякие старые. Тут туалеты женский, мужской. Какие-то эти старые. Вон. Так, этот уже, короче, хавает. Эти решили покемарить. О, идет. Иди сюда.
Здрасте. Пятак свой давай. Вот, давай пятак. Вот пятак. Вот пятак. Хрюки. Это хрюки. Грязный весь. На то скажи, я и хрюшка, чтобы быть грязным. Чего смотришь на меня? Хрю-хрю-хрю. Не бояться. Бараны у тебя боятся. Это... Пятак свой. Попадешь на YouTube, товарищ. Не, чешется. Эти спят, товарищи. Твои вон. Не мешай им, пусть спят. Сейчас тоже ляжет, наверное, спать будет. Навалились на одного все. Спят. Ой, кино. Мотоцикл. А, вот у них тут эти вон номера им приклеивают. Наверное, аукцион там или еще что-то. Продают. О, сразу так светлеет уже. Уже туда-сюда, и вон уже как светло. Смотрю, куда он мне скажет подъехать. Может, где-то ему удобнее будет. Может, ругать меня. А это вот сюда. Эти траки, скотовозы. Подъезжают задом вот в эти дверки, паркуются. У него такая же дверь сзади на трейлере. И вот через эту, через эти двери им скотину загоняют трейлеры. Скотовозы. Да, вот либо сюда, либо сюда. Загоняют. Навозом и эвкалиптом пахнет. Ядерная смесь. Спалёт летит вон. Голуби что ли? И птицы вон там. Так красиво тут. Гора такая. Плохо она видно в тени. Солнышко встает. Вон там. Прохладненько так, прохладненько. А вот здесь тоже классно. Солнце встает. Сейчас прогреется быстро. Вот так вот сейчас их потихоньку он один за одним его спустит. Вот какие трейлеры еще с этой? Такая шторка у него закрывается, чтобы мусор там или еще что-то возить. Колеса все внутри лежат. Вот он его повез. Все, что так пустили. Нет, их пустит всех. Тут еще в каком-то трейлере, не знаю в каком, или в этом, или... В этом, или вот в этом, или в этом. Там еще это мои стропы лежат, они что-то там приделали. Потому что один трейлер не поместился по высоте, и они его немножко забрали.
сзади. Это вот, по-моему, в этом или в этом. Тут где-то лежат мои штуки. А, вот, вот в этом, да. Там. А, сейчас верхние все снимут. Потом нижние. Ох, солнышко встает, тепло сразу. О, коровки вышли. Простись, вон. Один коров, второй коров. Тут классно, вот эта северная Калифорния, можно сказать. Ну, почти что северная. Вообще офигенская. О, вон сколько коров еще вышло уже. Нельзя снять белый запрет, прежде чем он верхний снял такого ряда. Они, кстати, и грузили их как-то таким же макаром, по-моему, что-то так. Все, я разгрузился, он мужик выставил их вот так трейлеры. Сейчас назад домой поедем на трек-стопчик. Будем отдыхать, сегодня воскресенье. Завтра, может быть, в первой половине дня что-нибудь найдут. И уже будем двигаться в сторону туда, дома, к восточному побережью. То сейчас начнется же этот, ну, праздники эти все, Рождество, Новый год, там уже, вон уже там у них даже это... Расписание висит на фирмах, как и кто, когда работает. Вот, так что, в принципе, кто-то там так несколько дней еще будет работать. Вот, а некоторые закрываются на полторы недели. То есть вот 25 и вот там 2 число никто толком не работает. Хотя там не 2 недели, получается 6-7 дней. Вот, в общем, ладненько. Всем пока-пока. Кому понравилось, ставьте лайки. Не понравилось — дизлайки. Кому полюбилось, подписывайтесь на канал. Вот, ну а мы будем снимать дальше. В общем, всем пока-пока и удачи!